Так, заправиться надо. Всем привет! Всем привет! Продолжаем играть на карте Варваровка. Сейчас мне нужно два трактора отправить сеять. Сеять ячмень. Большое поле. Но для начала... Стой, стой! Стой! Для начала мне надо заправиться. Чтоб он потом в середине поля не встал, во, нормально. Сейчас я два трактора отправлю сеять. Там один уже на изготовочке стоит, ждет. И вот это сейчас второй будет. Так, а он у него, что самое интересное, уже все заполнено. Ставим ему ячмень, да, вот так. Все, поехали. Сейчас тут проеду. Вот здесь я себе сделал такой проезд, чтобы не объезжать вот между яблонями этими тут. Вот, один трактор уже тут ждет. Сейчас мы им работу дадим. Пускай они работают. Так, пускай этот пару проходиков сделает для своего, чтобы ему потом разворачиваться удобно было. Пускай сначала туда съездит, обратно, потом я его разверну. Ячмень, да? Все, поехали. Давай, давай. Так, второго отправляем. Пускай работают. Сейчас мне нужно воды залить на производство вина, также навозику в теплице подбросить, плюс молоко загрузить в бочку, отвезти на продажу. Также я хотел загрузить машину с мебелью. Там одна стоит груженная, но надо еще загрузить. Место освободить. И также нужно вот сюда на производство муки подвести пшеницу, выгрузить. Так, давайте водички сюда добавим. Сколько здесь муки поддонов-то? 6, наверное, да? Да, 6, 7. Вот этот всегда багуется, да. Ну-ка, во. Сейчас нужно будет сюда навоз еще привезти. Стоп. Пускай заливается пока. Так. Беру, значит, погрузчик большой, наверное. Не знаю, прямо так привезти, либо... Или воспользоваться трактором. Давайте трактором, наверное, потому что я не знаю, сколько тут ходок понадобится. Этот я сейчас фронтальный погрузчик отсоединю. Пускай здесь пока будет. И, кстати, поспели урожаи, созрели, точнее. Созрели, все поля созрели. Так, отлично. И сейчас загрузим. Поехали.
Ну, я думаю, одного прицепа будет достаточно. Да, сколько тут ковша? 3 на 4 будет. Да, 3 ковша. Даже 3 нету. Сюда. Пока заглушим. Поехали. Ага. Половину сейчас выгружу. Стоп. Хорош. Хорош. Так, ну и... А, во. Что-то поздно так сработал триггер. Странно. Все, пока столько хватит. Сейчас нужно пшенички сюда завести на производство. Так, беру Урал. Пшеница. Так, а туда я много не буду. Я, наверное, сейчас... Стоп, вот так вот. 10,5 кубов туда отвезу. Я думаю, будет достаточно. Надолго хватит. Так, а у меня солома-то, я вот сейчас не помню, у коров-то, ну-ка проверить, если солома тут есть. Это маленький, а большой, ну, в принципе, тут еще есть. Можно, конечно, подбросить им соломки. Так, открываем.
Заезжаем. Солома. Да, у меня тут еще 108 тысяч. Нормально. Сейчас понемножку везде добавлю. Что, разворачиваться надо, что ли? Подожди-ка, давай не будем разворачиваться. Давай сейчас просто попробую переключить. Может помочь. Во! А, я сейчас уже полностью попал на триггер. Сейчас направо будет вываливать. Да? Да. 30% я сейчас отгружу где-то. Давай еще чуть-чуть. Вот так. Так, а у нас солома-то с этой стороны или нет? Да, с этой. Хорош. Так, а вот тут я, наверное, не попаду сейчас на триггер. Нужно разворачиваться. Так, кстати, Урал тоже нужно заправить. Давайте заправимся. Сколько тут? Две, три бочки остается. Ну, сейчас, наверное, две останется. Давайте сейчас молоко свезем, продадим. Так, что я тут петляю? Надо было по прямой просто проехать, да и все. Так. Берем тягач, он тот. Угу, поехали. Ну, сейчас с этой стороны проеду.
Так, здесь все, давайте теперь тут. И с основного, с большого надо будет. Ага. Так, открыть. Я, наверное, там что-то на триггер все равно не попаду. Нужно заезжать туда. А, тут, оказывается, только полбочки будет. Я что-то думал больше, но нет. Даже половины нам не будет. Нет, половина как раз половина. Закрываем. Так, а что у них там по воде? Давайте добавим. Так, едем в магазин. Заодно проверю, будет там подлагивать, не будет. Так, здесь, да, вот здесь вот есть этот момент, здесь всегда цепляешь бампером. Да нет, нормально, раньше-то вот то производство сигаретное тут лагало так, что сюда нельзя было подъехать нормально. Так, по-моему, сюда. А почему триггер не срабатывает тогда? Вопрос. Сейчас надо выяснять. Так, ну да, я ошибся. Мне не в этот магазин. Мне надо, который в самом поселке находится. Здесь с левой стороны где-то сейчас будет магазин, и мне туда. А, все, вижу. Я, по-моему, сюда ни разу не привозил. Подожди-ка, ну да, продукты. А, стоп, 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 стоп. Это мне что-то... Где мне тут заезжать? Это туда надо заезжать, что ли? А, вон там. Может заезжать-то вообще с другой улицы. А, я тут... Да, и заезд есть. Я уж подумал это... Как я тут проеду?
Тихо, тихо, тут осторожней. Стенку бы эту, забор не снести кирпичный. Так, погоди-ка, я не попал. Я не попал. Во. Разгружаемся. Немного подзаработаем. 85 тысяч. Так, все, возвращаюсь. И нужно еще одну машину загрузить, как я говорил, мебелью. Так, сейчас я возьму машину, на машине доеду, я хочу посмотреть здесь пройти, как тут работяги работают, нормально все у них. Так, а второй, значит, на той стороне. Одного я вижу, второй где-то там, значит. Все, им по сути остается там не особо много. А, у них это закончился это. Либо удобрение, либо семена. И второй, значит, сейчас остановится, потому что у них, ну, полностью было у обоих одинаково заполнено. Сейчас один уже остановился. Вот, одна машина-то стоит уже груженная, в тот раз, которую я грузил. И надо еще одну загрузить. Я ничего не вижу. Все, пускай тут машина стоит пока. Вот, вторая машина под загрузочку уже стала. Нужно загрузиться. Давайте вот эти тоже поддоны уберем отсюда. Они здесь мешают.
Так, нужно отсюда его выгнать. И пускай пока тоже тут стоит. Сразу можно, в принципе, как бы даже в колонну поставить. Вот так. Повезу не сейчас, конечно. В следующих сериях. Сейчас я просто загрузил, чтобы две машины были готовы. Так, ну что, ребят, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо, всем удачи, всем пока.